Братья Горе, бизнесмены и их подельники попались. Следственный отдел управления Министерства внутренних дел завершил расследование по факту организации незаконной миграции. Двое братьев организовали незаконный бизнес, связанный с организацией пребывания иностранных граждан на территории России. Кроме авторов идеи, в группу входило еще четверо жителей Ульяновской области. Преступная группировка помогла 315 нелегалам переехать в Россию. С каждого подопечного коммерсанты брали от 1,5 до 3 тысяч рублей. В основные обязанности участников группы входили подготовка необходимой документации, содержащие недостоверные сведения о месте проживания иностранцев, а также их передача в госучреждения, занимающиеся миграционным учетом. В качестве места пребывания в оформленных документах указывались адреса подконтрольных участникам группы жилищных площадей. В отдельных случаях в качестве места пребывания указывались аварийные здания и заброшенные частные домовладения. Все обвиняемые на данный момент под подпиской о невыезде. Дело передано в Засыяжский районный суд города Ульяновска для рассмотрения по существу. Напомним, организация незаконной миграции наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. Виктория Чиркова, Улправда ТВ.